Немного так. У них была выгодная позиция, положение, играли слаженно. Ну, это значит, они молодцы. Ну, ну все равно. Ну, как бы противники, ну. Когда ты говоришь хорошие противники, это значит спортивное поведение, но и плохое нельзя. Ну. Блин. Все, я не знаю, что мне сказать. Просто признайся, что ты токсичный человек. Токсик. Фу-фу-фу-фу. Тут, наверное, одни люди. Ой, боты. Люди, да? Одни люди. Без единого ботинка. Закрытая. Закрытая патча. Да, закрытая патча. Куда тебя там постоянно сияние зовет? В закрытую патчу. Ну, я ему сказал, что больше я не хожу в эти закрытые патчи. Он такой понял. А что так? Ну, блин, мне не нравится, когда вот это закрытые, там вот это все собираются. Ну, не особо. По два часа. А, да, вот это. Ну, я не знаю, поскольку собираются. Блин, я вижу. Большинство незнакомых, большинство по флажку там. Угу. Вот он. А мне он все равно не зовет. Да его удалю, что я даю один. Если не зовет никуда. Нахуй мне такой он нужен. Вот откуда у меня друзей так мало. Негодных надо удалять. Единственное, наверное, кого я не удаляю долгое время, это брата своего. Еще, наверное. Это единственный друг, который держится дольше всех. Я верю, что в один момент он зайдет. И скажет, let's go to Call of Duty Mobile. Да у нас всегда веселые катки были, мы там угорали до посинения. Сейчас он там в PlayStation играет с своим другом, блядь. Ну правильно. PlayStation тоже тема. Правда, ну, конечно. Правда, я эту тему. Вместе играли как-то. Правда, я эту тему так и не познал, потому что у меня самого нет, я только видел у друга PlayStation. Но мне было неудобно играть в GTA 5 у нее. Моего брата, мне кажется, все PlayStation были. Два раза четвертое было. Как это два раза четвертое? До армии у него было. А. До армии у него было четвертое, потом, когда он прошел, он, мол, повзрослел, продал. И вот недавно, вот на пару месяцев назад снова купил. А потом подумал, нахер продавал, если все равно нужно. Но у нас все равно очень много лет пылилось бы. Он... Сколько ему было? 19, когда он его продал, а сейчас ему там только что. Ну, консоли долго держатся, они же обновляются. Все, ну, они... Ну, нахуй. Просто пылится, просто как интерьер. Он не любит, когда так много всего. Минимализм. Я опять вспомнил этот мем. Почему вы любите минимализм? Да потому что мы жили... в месте, где много всего, всякого барахла. И там показывают я все советское. Я не могу нравиться. Мне вроде нравится, знаешь, и минимализм, и когда много всего, но ну, так аккуратно стоит, чтобы типа, не мешает. Но одновременно хочется минимализма. Куча шкафов, посуды, которые никто почти не пользовался на раз. Да не в этом прикол, там много растений, там. Этих там лиан, да. Ну, чтобы это не особо мешалось. Было как-то уютненько. Боми. Где люди? Я вроде видел там человека. Я видел там человека где-то. Но я его так и не нашел. Где-то никого. Ну ладно. Забей. Забудь.
ты видишь, нахуй, это твой путь. А вот этот please cry for me. Это разве не человек? А, вон он. Да, кто был? Это человек. О, а вот человек ко мне пришел. Я так рада за него. Блин, там еще один наверху стоит. Вы откуда взялись, парни? А откуда взялись? Вы почему прыгаете на меня? Нельзя прыгать на... Нельзя прыгать на людей. Нельзя прыгать на людей. Это не порнуха тебе. Нельзя прыгать на людей. Я же говорю. Оникс убит. А. Челик. Ага, челик есть. Там, видимо, отряд челиков. Это на меня сейчас троица выпала. Один просто бежал где-то. Второй упал на меня почему-то. Третий решил с дробовиком зайти. Ага, он там. Так, это бот. А вот там человек. Блин, иду, 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 иду. Да чтоб тебя граната сбила. Моя причем. Тихо. Тихо. Блин, там сверху стреляет. Две команды осталось. 4 на 4. Че ты так спокойно спускаешься к нам? Он так плавненько, главное, спокойно, не торопясь. Эстетик, да. Да, эстетик. Он там, вон, там наверху. Подурочный. Обычно все те, кто в меня стреляет сверху, они должны меня сбивать, а не я их сбиваю. Ну ладно. Trap deployed. Блин, так спокойно летит, главное, не ускоряется. Ладно. Так он не может с крыши быстро спуститься. А, не-не, я не про того, я про другого. Я про другого, блин. Он просто летел сверху и очень медленно спускался. Так. Ну я говорю, что он не может по-другому. Ну, он там на крыше двое. Да-да-да-да, вот туда, вот туда. Блядь. На, лови гранату. Оса, РПД. C9. Бля, еще вылета есть, епта на нее. Ебаться 300 лет будем. Вон он наверху улетает. Птички. О, наверху улетает. Один на то крышу. А другие еще летают. На, он гранату туда. Чтоб не втыкали. Ну, ни черта там тащить будут. Да, вон там еще один откололся. Да-да, вон там один кололся. А все, все, не прячься. Так. Бля, где он? Тихо, тихо. А, все. Спасибо. У меня планы только ты умрешь.
Почему я не лечу? А, вот все. Потому что мы пилоты. Я видел сегодня пилотов. Бля, кстати, у школьников такая форма появилась пилотская. Почему? Прям, или моряки, знаешь. Будто они какие-то органы. Может военные, ну, там же вот синие. Сейчас, сейчас так не вспомню. Я даже не знаю. Черные моряки, синие пилоты. Вот они синие. Пилоты. Я тебя сейчас скину. Так они школьники, блядь. Так это училище. Там знаешь, со скольки берут? Училище. Это 7 лет берут. Это 7 лет. Это моя школа, там такого нету. А, тогда не знаю. Нету никаких подразделений. Ну, может, конечно, нововведение, я не знаю. Но такого никогда не было. Я просто не знаю, как это называется. У военных, военная школа, то есть для детей, то есть там... Типа и детский сад, и... Кадетка. Блин, сейчас не вспомню. Я просто помню... А, во, училище. Кадетка. Скачать эту хуйню. Блин, почему я не могу еще один? Yes. Блин, и были бы шевроны, я бы еще понял. Блин, а вот нельзя... Блин, а что там за значок был? На... Там же погоны... Что за значок у них там? Я вот... Блин, если увидишь, посмотри, пожалуйста. Да я будто на бахче тусуюсь. Не-не, и вдруг увидишь еще. Там просто определить можно. Не, ну я в ахуе, конечно, если такое появилось. Я бы в таком училась, если там кадетка появилась или что-то подобное. Ну, что-то новое. Я сразу случилось, но... Естественно, блядь, новая школа, новые правила, блядь. А когда ты училась, как ты добиралась? А когда я училась, это бомжатник какой-то был. Ну, поднялись. У них появился кэш. Задонатили, так сказать. Это знаешь, как уровень открываешь, ну вот то же самое. Пришла, они еще в этот момент обещали ремонт. Но сделали тогда, когда я только выпустилась. Ирина, ёб вашу мать. Я думаю, никогда я такое не скажу. Это та Ирина? Нет. Или не та Ирина? Это не та Ирина. Я просто помню, на работе много раз говорили. Да и много раз слышал эту фразу, но в кои-то веки уже сам сказал ее. Подвернулся случай. Где? Я знаю. Тут они опять в форме какой-то. Дети эти. А на шапке не видно, пизды. На погонах там опознавательные есть. Кадеты. А, да, кадеты, все. Вспомни. Я просто уже забыл, что. Почему? А знаешь, они бывают разных возрастов. Вот с вот такого возраста, как. Я в курсе, блядь. Я все в курсе, но просто у нас в школе никогда такого нет. Курсанта. Во-во, курсанта. Студенты, школьники. Вместо студентов, школьников, курсанты. Сел такой старый. Блин. Я пойду своему классному руководителю со школы. Жаловаться я пойду к нему. Почему у нас такого нет? Что совсем уже охуели.
Но это знаешь, только ну, там надо еще заплатить, чтобы отдать туда ребенка. И ну ты это посмотри, Никит, ты скину. Там у одной девочки вроде видно буква КСК. КК там. Курсанты. Мираж, я лечу. Курсанты, блядь, идите нахуй. Курсанты. У меня такого не было. Потому что вы старые уже. Тихо. Они молодые. Я реально, я приду в эту школу и буду жаловаться. Я буду жаловаться, я хочу переучиться. А там меня не пустят уже, там какие-то эти билетики появились. Скажут, бабка, иди, гуляй. Хотя в прошлый раз я пришла со словами, типа, мне надо. Мне надо. Мне надо. Мне пропустили. У меня тем более охранник знал. Не так. Ой, люди. У нас уже люди. Блин, мне даже нечем помочь. Только отцеливаться могу. Где-нибудь там. Блин, не упал. Travel to indicated safe zone. Блин, где-то тут. Я тебя чую. Блин, не тут. Блин, я забыл, что там человек наверху. Полисмены. Бля. Не оскорбляй. Нельзя токсичить. Так я не скрываю, что я токсичный. Блин, да что ж там? Ну, он правда про пидораску пошутил. Я не обзываю тех, кто хорошо играет, но он реально поступил как уёбок. Блин, там этот, где ты? Леди Мяу! Блин. Он умер, конечно. Ой, ой, всрались во мне. То есть. Да ёб твою мать, блин, суки. Ебать, там за углом-то и стояла. Я в ахуе. А еще мой БК-57 забрал. А, не хотели мне расправу сделать. Мой БК-57 еще забрали. Туда ее. Туда ее. Я еще помогу. Блин, я не помогу уже. Какие курсанты? Блин, быстрее, 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 быстрее. Your teammate has been killed. Тоже подожду. Блин, на крыше бегают, суки. Туда тебя, крысу. Вот этот по-педагогистически поступил. А, не, другой. Хилится там наверху. Я думала, на арабском что-то очень хорошее. Я тебя поджаю с другой стороны, до хрустящей корочки. Я думала, он на здоровье не пожелал. Ой. Airdrop has been delivered. Сука, как он в это окно влез? Я не влезаю в это окно.
Туда тебя, шлюху. О. Это не оскорбление, это по факту было сказано. Я, наверное, вот с такими вот мифическими персонажами, да позабуду, как выглядит обычный, как его там, как выглядит обычный самолет уже, я уже забыл, честно. Серый. Серый? Enemy down. Где-то меня больше не сбегает. Там где-то порог были. А, гуд порог были сегодня. Он дверь открывает. А, он крыса. Фига там в крысу сидел. Я вот даже, я думал, мне показалось, что там моя дверь закрылась и, мол, типа враг закрыла. Вообще неожиданно. Я думал, ты меня видишь, Павел, ты даже не стрелял мне. Я хилился. Нет. Так, аккуратненько. Они, походу, все сюда идут уже. Ломятся. Возможно. Ну, первый, конечно, не засел. Уже в засаде синий. Нет, он не синий, не задержит. Я его взломаю. Сука, я знаю, что ты где-то тут. Я так понял, ты убегаешь от кого-то, правильно? Да, 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 сверху там был. Дой, 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 дой. Ну, я пока никого не вижу. Он где-то есть. Это ходит. На крыше, наверное. Да, над нами. Не, это бот. Значит, на... через дом. А он. Блин, на улице идет.
Автомат. О, он там точно есть. Наверху сидят. Вообще ни одна пуля не долетает. Точно в цель. Одна долетела. Хреновый агрессор на дальней дистанции. Не мой. Нифига ты показался еще. Okay. Аккуратно, хилимся. Лучше ХВК возьмем. Changing mag! Cover me! Reloading! Сука, сидишь ты наверху. Надо мной прям. Вот так тебе. Блин, там еще есть. Нет, 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 нет. Даже не надо. Тихо, тихо. Вот и забегаем. Хилимся. Должна помочь. Блин, там трое, но все равно не помогла граната. Airdrop has been delivered. Circle collapse imminent. Get to safety. А, нет, не лагай еще. Не нужно в эти моменты лагать. Блин, там вся орава бежит за мной. Сука. Я бы уже думал, они... Блин, они все наверху были. Все лутаются. Сейчас все побегут сверху. Надо, он летает. А, вон тут больше ничего нету. Major instability detected. Evac to safe zone. Отвалим. The airdrop is coming. Ага. Туда его. Only two teams left. Getting close to victory. А вот этот, наверное, меня лутал уже. 100%. Все больше не будет. А, все? Да, он был вдали. Там, где остался. Наконец-то.